Вот уже 11-й год подряд 22 апреля по всей стране в преддверии Дня Победы стартует акция «Георгиевская ленточка». Не стал исключением и Хасавюрт. Отдел по делам молодежи и туризму совместно с волонтерами из состава студентов высших и среднеспециальных учебных заведений провели данную акцию, в которой молодежь раздавала символ воинской доблести и славы всем желающим на улицах города. Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 году императрицей Екатериной II, с небольшими изменениями вошедшая в наградную систему СССР как гвардейская лента, знак особого отличия солдата. Значение символики заключено в двух цветах – черном и оранжевом, ассоциирующее дым и пламя. Как отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Республиканского колледжа сферы услуг Дина Исламова, принимая участие в подобного рода мероприятиях, подрастающее поколение чувствует значимость того главного праздника, как День Победы. Она дает нам возможность почувствовать причастность к этим великим событиям, почувствовать значимость, дать возможность нашим студентам проявить свой патриотизм, любовь к родине, предлагая всем проезжающим водителям, проходящим, прицепить к груди поближе к сердцу, прикрепить к машине георгиевскую ленту, показать, что мы гордимся нашими героями, чтим память павших героев. По словам волонтеров, черно-оранжевая ленточка – это условный символ воинской славы, публично демонстрирующий свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за великую победу, которая будет отмечать еще не одно поколение. Она имеет для меня огромное значение, потому что если бы в то время наши ветераны не смогли бы, например, победить, и если бы они так не воевали бы за нас, может быть, мы сейчас и не ходили бы по этой стране. Поэтому оно имеет... В принципе, оно для каждого человека должно иметь огромное значение. Данная акция стартовала в 2005 году. Тогда было роздано 800 тысяч ленточек. В последующие годы по всей стране, а также далеко за ее пределами, распространено свыше 10 миллионов лент. И эта добрая традиция в масштабах только растет, говорят организаторы. Вика Сулейманова, Идрис Алиев. Информационная программа «Пульс».